Ерке Есмахан очень хочет замуж. Певица призналась, что мечтает о создании семьи и рождении ребенка. Желание исполнительницы настолько велико, что даже вдохновило ее на написание песни. Название композиции «Аель Бахат» говорит само за себя. «Я хочу пожелать всем девушкам обязательно испытать такое счастье, стать счастливой матерью и верной женой», отметила Ерке на своей страничке в Инстаграм. Кстати, презентация новой песни состоится одновременно с выпуском видео уже совсем скоро. Следите за новостями.